Центр вокального искусства Валентина Лепко рад приветствовать всех вас сегодня на нашем праздничном концерте в этом чудесном зале на Кисловке. Дорогая Валентина Николаевна, спасибо вам большое, что сегодня вы вновь с нами. В первую очередь я очень хочу поздравить с прошедшим праздником всех женщин, девочек. Будьте счастливы, успешны, любимы. Пусть за окнами пока еще не совсем весенняя погода, я думаю, что та теплота, те волшебные произведения, которые будут звучать сегодня в нашем концерте, помогут ощущению весны зародиться в наших душах. И открывает наш концерт произведение, написанное в 18 веке. Очень известная и любимая многими ария из оркестровой сюиты «Ре мажор» Иоганна Себастьяна Баха прозвучит сегодня в исполнении Юрия Костенко и Федора Строганова. Thank you.
ария из оратории «Страсти по Матфею». Исполняют Анна Закусова, Елена Кикшоева и Федор Строганов. Thank you.
В основе произведения Баха «Магнификат» лежит евангельский сюжет. Дева Мария отвечает на приветствие архангела Гавриила. Звучит «Магнификат» обычно на утренних службах, на которых бывает много детей. И очень приятно, что сегодня у нас в зале тоже есть дети. Итак, арию номер 3 из «Магнификат» исполняют Олеся Димакова, Юрий Костенко и Федор Строганов. Thank you.
веке Бах написал прелюдию, которая открывает один из самых известных и фундаментальных его трудов – двухтомный хорошо темперированный клавир. Прелюдии и фуги из этого труда сопровождают музыканта всю жизнь. Они знакомятся с ними в самом раннем детстве и играют, пожалуй, действительно всю жизнь. Так вот, еще через полтора столетия французский композитор Шарль Гуно, известный нам по опере «Фауст», написал к прелюдии свою мелодию, и произведение зажило своей собственной неповторимой жизнью, и, по сути, мир получил, не побоюсь этого слова, хит, который вошел в репертуар величайших оперных исполнителей. А сегодня «Аве Марию» Баха Гуно у нас исполнят Александра Гришкина, Юрий Костенко и Федор Строгоров.
Авы Мария исполняют Олеся Демакова, Юрий Костенко, Федор Строганов. Thank you.
Закусова и Федор Строганов. Thank you.
Если до этого момента у нас звучала духовная музыка, то «Аве Мария» Франца Шуберта, гениальное и очень известное произведение, с молитвой никак не связано. Шуберт обратился к тексту поэмы Вальтера Скотта «Два озера», когда та была переведена на немецкий язык. И композитор мечтал, чтобы его песня звучала и по-английски, и по-немецки. А мы можем слышать еще и русский вариант этой песни в переводе Плещеева. Сегодня же «Аве Мария» Шуберта звучит на немецком. Исполняют Юрий Ростоцкий и Федор Строганов.
связано еще с одним произведением, очень знаменитым произведением. Эта прекраснейшая музыка появилась в 1970 году и моментально разошлась по миру. Авторство впоследствии было указано. Малоизвестный итальянский композитор Джулио Качини, живший в 16-17 веках. Понадобилось несколько десятилетий изысканий энтузиастов и экспертиз профессионалов в лютневой музыке, чтобы прийти к интереснейшему выводу. Автором этой знаменитой Авы Марии является советский гитарист и лютнист Владимир Федорович Вавилов. Итак, Ава Мария Качини Вавилова исполняют Александра Гришкина, Юрий Ростоцкий, Елена Кикшоева и Федор Строганов.
произведение, которое вы услышите. На самом же деле самому Альбинони принадлежит всего лишь 6 тактов, и то это под большим вопросом. Фрагменты нот начала 18 века были найдены после Второй мировой войны на развалинах саксонской земельной библиотеки в городе Дрездене и взяты за основу композитором Ремо Джазотто. А даже одно из самых исполняемых произведений 20 века, оно неоднократно использовалось в кино, а сегодня Адажио Альбинони прозвучит для вас в исполнении Юрия Костенко и Федора Строганова. Thank you.
концерта. И помимо этого, это еще и большой друг нашего центра. Сейчас прозвучит чудесное произведение, которое уже не в первый раз завершает наш концерт. «Ангел-хранитель» по словам психиатрика Виталия Веру Сидоренко. Я приглашаю на сцену всех исполнителей. Thank you.
товарищи, замечательно. Огромное вам спасибо. Замечательно. Просто я не ожидала.